Subaru тоже может ломаться. А БМ ебаный, блять, я не могу проехать. Вечно все говорят, Subaru машина ненадежная, вся очень. Но почему-то из года в год эти люди, которые говорят это, обращаются ко мне с одной и той же просьбой. Ломай меня полностью. То на Мерседесе человек обратится. Я хочу, чтобы ты... То на Тойоте. То на Deo Nexia. Зря. То на Жигулях, вы удивитесь, да. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? На классике обращались. С одной просьбой обращаются. Отбуксируй нас, мы сломались. Это бизнес, ну. К слову о ненадежности Subaru. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. Мне покашливать нечего. Когда у меня стыканул движок, первый цилиндр, кстати, не четвертый, это миф, вы все просто напишите на бумажке этот миф, сверните в трубочку, и те, кто в него верит, пожалуйста, сядьте на эту трубочку. Обида ебаная! Стуканул мне движок. Жестко так стуканул. Прямо па-па-па-па. Как будто молотком бьют по барабану, по установке, имеется в виду по блинчику железному, да, который на установке барабанный, пах-пах, молотком прям. Знаете что, 7 километров мне оставалось ехать до дома. И знаете что, она доехала, да. А потом я домашил, машину было отбуксировать. И ехать тоже было не особо далеко. Чуть-чуть меня подтолкнули в этом направлении, скажем. И дальше я завелся и с огромным стуком заехал в бокс для ремонта. Вы понимаете, какой масштаб вопроса? Когда-то у меня порвались гранаты передние, обе. Бля, охуенная машина, ебать, урод. Я доехал, потому что есть еще задний при. Рвалась одна граната, в этом вообще проблем нет. Я доехал. Когда-то у меня... Что еще случалось-то? Это что, блядь, за покемон? Много чего случалось, на самом деле. Уже сложно упомнить. Но реально, такие поломки, с которыми обычные машины просто отказываются ездить. Проступочные подшипники, гудящие и уже хрустящие, вообще не говорю, были случаи, когда мне приходилось ехать еще 200 километров на таком подшипнике. То есть я был на трассе, у меня подшипник уже не просто загудел, а он захрустел, он там такой звук издавал. Вот это да, нахуй! Я думал, съезд ступицу. Нет, я доехал, 170 километров там примерно было, оставалось. И знаете ли, без проблем. И ступица не съела. Это, к слову, о надежности Subaru. Всем мир. Прошел один день, и вселенная дала знать о том, что Subaru тоже может ломаться. Как вы думаете, что? Ну, классика жанра. Классика жанра – это порванный трос сцепления. Но одно небольшое ремарка. У Subaru всегда есть запасные детали. Да что такое? Блять, закинул, я к тебе все же говорю. И сейчас мы это все поменяем, поедем дальше. Так что все равно, как ни крути, Subaru лучшая машина в мире. До новых встреч.